Сегодня мы поговорим с вами о самых вредных продуктах для нашей печени. Я нутрициолог, доктор натуропатии Наталья Кондакова, считаю, что самым вредным продуктом является сладкое. Зефирки, конфетки, пироженки, все-все то, что очень вкусное и сладкое в большом количестве, сладкие фрукты в большом количестве, соки в большом количестве, все это дает застой желчи и не дает токсическим веществам вместе с желчью отходить. Все это дает повышение инсулина и превращению глюкозы в жир, который откладывается на клетках печени, вызывая жировой гепатоз. Тем самым ухудшается работа печени и ее способность детоксицировать все, что происходит у нас внутри. Вторым по категории вредности продуктов для печени является алкоголь, потому что печень вынуждена синтезировать большое количество ферментов для детоксикации алкоголя. И если алкоголя много и он часто, то, естественно, это истощает ресурсы работы печени. И третий вредный продукт – это все продукты, содержащие красители и консерванты, потому что все это наша печень должна будет перевести в менее вредное и вывести из нашего организма желчь. Поэтому заботьтесь о своей печени, чтобы она служила вам долго и не вызывала различных проблем в вашем организме. Какие проблемы могут быть при заболеваниях печени в нашем организме, я рассказываю на открытом уроке «О чем молчат печень и желчный». Участие в этом уроке бесплатное. Для того, чтобы туда попасть, напишите мне в директ слово «урок», и я пришлю вам ссылку.